К другим темам. Смерть первоуральского кикбоксера, погибшего более 2 недель назад, потрясла весь Первоуральск. До сих пор следователи не выяснили, кто виноват в трагедии. 16-летний Леонид Монаков скончался прямо во время показательного поединка. Врачи пытались его реанимировать, но спасти подростка не удалось. ЧП произошло в асбестовском лагере «Заря». Туда группу юных спортсменов отправило руководство учреждения физкультуры и спорта «Старт». Следственный комитет возбудил уголовное дело. Прокуратура взяла расследование под свой контроль. По версии некоторых СМИ, причина случившегося – синдром внезапной смерти. До сих пор медицинские работники не могут рассказать, из-за чего он может наступить и что может на это повлиять. Нет и реальной статистики смертности. А значит, под этот диагноз можно подвести любой случай, лишь бы скрыть настоящую причину смерти. Неужели кому-то выгодно замолчать эту тему, закрыть незаметно уголовное дело, так и не наказав виновных? Правоохранители отвечают кратко – расследование еще не завершено. Как будто ничего и не было, а ведь погиб молодой и сильный парень на глазах у взрослых, которые должны были обеспечить безопасные условия тренировок, спаррингов и проживания в лагере. Леонид Монаков считался перспективным кикбоксером. Он часто занимал призовые места на различных соревнованиях областного и даже российского уровня. Много лет посещал Первоуральский спортивный клуб «Бойцовская лига», который входил в систему «МУП-Старт». Действиям руководства предприятия еще предстоит дать оценку следователям.